мастер. На кошельке, короче, какой-то бип, пытаемся ее раскрутить. Светится, светится? Пацаны, знаете, как помогал? Пусти, крути. Все, раскручивается? Да. Фига, она крутится. Хочешь подключить? Да. Да. Эй. Держи, крути, крути, крути. Кисть у него. Опыта нет. Что с ним? Опыта нет. Давай мне раскручу заново. Ты сейчас вот эти с ночью долго разгоняй, дай мне. Нашли руки. Нашли руки. Можно пранк сидеть. Давай. Повиси здесь. Повиси, сука, держись. О. Нанизывает. Да, давай. Надо яшку. Очень интересный экземпляр, два Найка. И тут два Найка. Тут один, а тут два Найка. Я думал, тут три Найка сейчас будет. О, два Найка. И тут тоже два Найка, смотри. Это пальба. 2 hours later. Опа, пришли в Бургер Кинг, короче. Купили багет в магните и сок в магните. Ну, пришли в Бургер Кинг покушать. Вот, а то устали уже ходить. На тренере. Здорово, братва. О, привет! Сегодня соревнования. По пивотлону. Знали, такие соревы есть? Аня, я тебя догнал. Ну, что могу, пацаны, сказать? Как-то они тихо едут. А закончилась гонка, соревнования. Честно? Можно писать только одним словом. Это жесть. Там, вот еще со мной сколько народу бегает тут-то. Че, ребят, как ощущение? Вот. Насчет. Ой, сердце осталось только отдыхать. И все, только отдыхать. После такого... Я не знаю. Но это же. Давай, давай, Лёха! Опа! Я отдыхаю. А ты что? Побыли с собаков. Я развлекаюсь. Тогда поехали. Поехали. Стою, короче, на спуске. Ой, на подъеме. Вот тут уже офигеть, как много народу. И ждем вот это вот. Сегодня, короче, стоим, пердим. Стоим тут на высоковольте, дороже ждем, подгоняем. Да, Юра вот ёбаный нахуй. Что, да, вот упалась. Ну чё, координации ноль, бля. Старый. Чё, биатлонист. Да, стою тут, отдыхаю, потому что устали. Да, делать нехуй. Стоим, пердим. Это вот воскресенье, погода хорошая. Да. Солнышко выглянуло, 0 градусов. Лафа. Жопа мерзнет. Но крутой нарезки с этих сырев не будет, потому что мне лень искать их, подставлять под бит, выравнивать. И чё там все как-то очень вяло убежали. Конец. What the fuck? Подписывайтесь. Короче. Сегодня у нас типа эстафета будет в море, вот, я нашел единственное место, где тут тихо и хорошее освещение, вот, и тут, короче, все готовятся, но наша команда сказала. Да ты успокойся, я тебе говорю. Честно?
Я уверен, это все нормально будет. Вот. Что там будет дальше, я не знаю. А как раз вот потихоньку начинает собираться народ. И на меня все будет уже довольно странно смотреть, поэтому я выключу камеру и продолжу потом. Вот. На камеру, держи камеру, держи все на время. Эй, бацатра, сюда иди. Короче, у нас нет одной девочки, но мы нашли, короче, одну из третьего, ой, курса. Видите, как все? Надеюсь, все будет хорошо. Лес, беги, лес, которым управляют. Ну, короче, закончилось все. Мы ничего не делали, ничего не готовили. Ни вообще, ни даже не парились насчет этого, потому что главное спокойствие. Люди же домой идут. А, я тут, вот, тем самым. Что я еще хочу сказать? А я не знаю, что хочу сказать.